Привет, привет, ребятки. Индийская женщина на поджиге. Так, показать эффект, наверное, да? Даша стала еще красивее. Трогай там мои волосы сзади. Вот так вот надо поднять рукой. Вот так, да. Держи вот так. Сними. Да. Сейчас, подожди. Можно потрясти голову. Да, 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 вот так вот. О, да, давай. Ты можешь показать, так. Красотка, давай. Вау! Воу-воу-воу, полегче, Даша. Да, да. Замедленно, кстати. А то я еще только это показываю. Дерганая. Что делали? Мы делали процедуру огнем. Фаеркит? Фаеркат. 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 Так что, ребятки, делайте эту процедуру. Я в контакте все расскажу потом. Очень круто. Спасибо большое. Спасибо. И, между прочим, кто знает по поводу женщин, которые занимаются спортом, волосы – это наше самое слабое место. Если хотите, чтобы у вас за волосы потом еще кто-то мог схватить. Да? А что, можно сразу клок вырвать, что ли, потом? Что? Ну, что-нибудь, если что-то страстное, то обязательно волосы надо, да? Горю, горю! Все, больно тебе? Да нет, нет. Между прочим, у меня сейчас половина не моих волос. Покажи. И это для тех, кто носит нарощенные волосы, для тех девочек. Ну, у тебя уже ржет кто-то, ржет. Ржет. А что нас так мало зрителей, тем более? Пачками. Какая цена? От 2500 в зависимости от длины волос. Вот на мою длину 60 сантиметров сколько будет стоить такая процедура? 4000 рублей. 4000 евро. Можно мне в евро? Начать все остальное. Волосы нарощены, поэтому чуть-чуть другая методика. Какая методика? Ну, мы не огонь до капсул не заносим. Да, то мы сожжем капсулу. Все это мы делаем не под расческу, а рукой. Ну, расческу не надо чесать. А сколько, вот спрашивают, сколько мои волосы по стоимости получились? А у тебя где-то точно так же, почти от 3500, потому что очень густые, длинные волосы. Мои получились от 3500, у меня очень густые, длинные, шикарные волосы. Да, мне повезло. Сама это, не похвалишь? Не похвалишь. Даже так хорошо. Вы видели когда-нибудь бодибилдерш с такими шикарными волосами, да, как у меня? Все знакомщины. Да. Крашка. Натуральный бодибилдер, натуральный волос. Сейчас пачулечки делают. Пачулечка довольная. Тренировку снимем как-нибудь. Вот видите, пока тут красоту наводим. Надо расщелкнуть. Видно, что для тебя да, скидку будут, если я тебе скидки. Салон, скажи, где находится. Будут скидки, сказали. Да, сказали, что будут скидки. Кто придет, скажите, что вот. Перископ. Смотрели перископ на Варской. Смотрите, как они прелесть прям. У тебя немножко опущено. Опасно. Они же уже не обработаны. На самом деле, апельсинка, это 7 салонов. 2 салона находятся в Колпино, и один салон находится здесь, в Кудрово. Это новый салон. Еще раз, какой адрес? Здесь салон находится в Кудрово, один из 3 салонов. Кудрово – это район Кирвиль. Областная, да? Областная, дом 1, адрес точно. И у Даши вы потом найдете точно адрес еще ВКонтакте, в Инстаграме она напишет. Еще 2 салона находятся в Колпино. На Тверской и на Вертусской. Они тоже называются «Апельсинка».
Ленинградская, дом 3, спрашиваю. Ленинградская, дом 3? Где? Нет, это рядышком. Это рядом, нет, областная, дом 1. Не апельсин, а апельсинка, салон апельсинка. Да, апельсин — это другой салон. Салон. А где, где было написано? Там визитка. Так, вот, а где адрес у вас? Есть адрес? Спасибо. Областной, дом 2. Вот. 600 биологов, областная, Ленинградская. Вот та Ленинградская, да, получается? Да, ага. Делайте себе фотку. Скрин, экрана. Скрин с экрана. Областная, дом 2, да? Дома один. Вы самые счастливые женщины на свете. Нужно волосы. Мы ничего не делаем, кроме как волосы, ногти, депиляции. Что мы еще делаем? Моментальный загар. Мы ходим в солярий, мы ходим на шопинг. Ботокс волос мы еще делаем. А, другие ботоксы. Шутка. Шучу, шучу. Ездим в Индию, на Пхукет. Все так. Везде камни, там душа. Да. Так что вот такие вот красивые волоски у Олесечки сейчас, а будут еще красивее будут. Круто, да? Это или меня сбоку видеть? Ну что у меня? Позируй, позируй. Да не, не надо, зачем? Вот, попка, попка. Ягодично не убежает меня. Купальники? Холодно, сейчас будет теплее на улице, она будет в купальнике ходить каждый день со стразами. Ну что, Олеся, ты себя включила? В смысле, у меня... Включай свой телефон. А дайте вас, он упал с телефона. Да, все, ребятки. Пока-пока. Господи.